Пусть хотя бы так. Главное, чтобы никаких метаний. Аджай, мы тебя ждем. Все подходят к месту последней битвы. Мы ударим по крепости Пейгана. Будет трудно. Я слышала про Амиту. Как бы то ни было, за Сабалом будущее Кирата. Смерть! Нам пора ехать! Понял! Держи!
Бастро! Нам надо пройти через ворота! Кейл, ты хорошо бегаешь? Тогда беги! Он не должен уйти! Ворота взорваны! Внутрь! Ворота! Ты просто... Разнесите в хлам! Эй, конец! Свалили!
Слава Золотому Пути! Аджай, ты что? Что ты имеешь против моих копий? Плакаты, потом мой двойник, теперь это... Прозрачный намек? Мне пришла пора задуматься. Золотая, мать твою, статуя! Как так? Из чистого, мать его, золота! Ты знаешь, сколько реликвий пришлось переплавить? А сколько бедолаге Эрику пришлось для нее позировать? Разве только патроны заберут? Ну да ладно, ужин почти готов. Сабал, я открыл ворота. Направляюсь во дворец. Армия короля контратакует. Мы не поможем. Я захожу. Да поможет тебе Кира. Входи. Прости, что так скромно. Я отослал прислугу домой. Возможно, ты убил их по дороге сюда. Но сначала вопрос. А с кем я говорю? С сыном, который хочет развеять прах матери, или с психом, который убил всех, чтобы добраться до меня? Понимаешь, какая штука? В первом случае я скажу, присаживайся. Давай поужинаем, пообщаемся. Хотя что-то знакомое. В прошлый раз ты сидел тут. Пол тогда подрубал электроды к соскам твоего дружка. Я стоял здесь. И что же я тогда сказал? Да. Побудь здесь. Попробуй этого краба. Не уходи. Я скоро вернусь. Так, если бы ты послушал меня и подождал, мы бы отправились сюда вместе и довели дело до конца. Очевидно, это второй вариант. Псих, который меня не слушает, и, подобно прочим, мартышкам кидается собственным дерьмом. Но знаешь, начнем-ка сначала. У тебя есть два варианта. Раз, ты убьешь меня. Тоска. Два, мы с тобой ужинаем, а потом
отправляемся развеивать прах твоей матери вместе. Решай. Пейган мертв. Отлично, брат. Все закончилось. Ты нашел Лакшману? Нет. Я не знаю, что это. Да и не важно. Кират свободен, брат. И это главное. Отпразднуй же это, как того хотел бы Махан. Салют, сосед! О, мистер Гейл! Чё, всё походу, а? Никакого больше хардкора? Зачехляешь свою ракетницу, да? Да. А мне нравится, что ты тут намутил. Да. Без тебя грустно будет. Но повесь пушку на гвоздь в дальнем углу. Хотя... Может, ты не все дела доделал? Есть чем заняться. Может, не убил кого? Я о том же, Дональд. Я йоги, дебил. Дунем? Дунем? Не в этот раз. Спасибо. Пока горячо. Займи крепость Райгат для Золотого Пути.